Итак, здравствуйте, друзья. Я нахожусь в Гибралтаре. Вот так снизу я пешком прошел уже больше 7 километров, и дорога еще продолжает идти вверх. Гибралтар. Вот большой пароход, а под ним катерок, это наш Лореаль. И вот я выполнил еще одну свою мечту. Я поднялся на самую высокую гору в Гибралтаре, в заповедник, где живут эти очаровательные обезьяны. Я хочу у нее, конечно, взять интервью, но буду держать. Я чуть автобус тут не сбил. Я буду пока эту малышку снимать на видео. Вот она такая красивая девочка. Ну, сегодня я поиграл в игру «Царь горы». Да, я царь горы. Я пешком забрался на самую высокую точку Гибралтара. Ну, пожалуй, вот это будет самое высокое. И сейчас я... А, там я уже был, получается. И здесь, из вершины горы, мы понимаем, что мы фактически находимся на острове. Легенда гласит, что пока дикие обезьяны живут в Гибралтаре, пока жива последняя обезьяна, Гибралтар будет принадлежать Великобритании. Надежда Великобритании в кадре. Что-то мне подсказывает, что вниз с горы я поеду на них. Самой высокой точки Гибралтара. С этой очаровательной обезьянкой мы познакомились. Привет. И сейчас это самая высокая, я уже сказал, самая высокая точка Гибралтара. Заповедник диких обезьян. Ровно 8 километров мне понадобилось для того, чтобы дойти до этой точки. Сейчас каким-то образом я попытаюсь вернуться на пароход. Ну,
спасибо, коллеги, за это молчаливое интервью. Всем пока. Она на моем дороге.